Всем привет, меня зовут Глеб, и в сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам про топ устройств, которые подойдут уже более заядлым вейперам. Если вы парите какую-нибудь подсистему или стартовый комплект по типу Yega IO и хотите перейти на более мощный комплект, то это видео подойдет именно вам. А открывает нашу пятерку мод от компании Elif из самой что ни есть знаменитой линейки вейпов в мире – iJust 3 Pro. Примерная стоимость – $70. Казалось бы, это самый обычный стартовый комплект, но не тут-то было. В этой версии наконец-то реализовали настройку мощности в диапазоне от 30 до 75 Вт с делением в 5 Вт, которое происходит при помощи кнопки на нижней части мода. Еще не могу не отметить огромный бак с объемом в 6,5 мл и огромным числом различных испарителей. В их числе есть даже испаритель с пропеллером. На четвертое место нашего топа попадает еще один мод от компании Elif под названием iStick Mix. Примерная стоимость $80. Сразу же хочу отметить обилие цветов и шикарный дизайн. Мод питается от двух аккумуляторов 18650, максимальная мощность устройства 160 Вт. Стик обладает всеми необходимыми функциями для комфортного парения. Ну а вишенкой на торте выступает мощный бак Ella Pop на 6,5 мл. Середину нашего топа открывает мод от компании Wupu под названием Drag Kit. Примерная стоимость $90. О драгах знают практически все. Какое-то время назад он создавал просто нереальную конкуренцию для модов на платье DNA. Этот мод можно описать одним простым словом – красавчик. Огромный функционал, возможность кастомизации меню и дополнительные функции, которые можно сделать через компьютер. В верхней части устройства установлен бак U-Force 2 – простой и качественный атом с отменной вкусопередачей. Серебро нашего топа гордо берет мод от компании Elif под названием Icon 220 Watt. Примерная стоимость – $90. $90? Примерная стоимость $80. Это действительно крутой мод на два аккумулятора с максимальной мощностью в 220 Вт. Большая посадочная площадка, которая рассчитана на атомы до 28 мм, позволит установить практически любой атомайзер. Еще на этот вейп можно установить с легкостью практически любую прошивку. Комплектный бак не славится своими функциями, но его всегда можно поменять на более универсальный. И первое место этого топа получает мод от компании Vismec RX Gen 3. Примерная стоимость $80. Этот мод поражает своими маленькими размерами и огромными возможностями. Во-первых, это его мощность, она составляет аж 300 Вт. Во-вторых, в его небольшие размеры производители умудрились всунуть 3 аккумулятора. Мод обладает всевозможными защитами и функциями, а приятным дополнением является комплектный бак Gnome. В этом видео я рассказал вам о своем топе модов до $100. Если вы не согласны с моим мнением и хотите показать свой топ, то пишите в комментарии, и мы с радостью его обсудим. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и Сигарет Нет Бай, и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки будут под видео в описании.